еще, как обычно. Ага. Благодарность родителей? Да. Серьезно? Угу. Серьезно? Что? Ну что? Чего они так передумали? Мама, ничего стало? Нет. Не знаю, что с ней стало. Нормально стало? Разговариваешь с тобой? Серьезно? Да. Не разумеется. Мама. Да. Что спрашивать? Какая у вас? Нормально. Да, нормально. Нифига. Ого. Ого. Как все меняется, да? Угу. Ну вот, ты говоришь, мам. Что еще хорошего? Рассказывай. Ничего не хорошего, я обычно. На работе что там? На работе как бы все. Одно и то же. Одна и та же хуйня, да? Да, ничего не меняется. И кто уже не лезет? Нормально? Чего у тебя там чешется? Вода там вот. Ну слава богу, что все там устаканилось. Снимай, беру что-то срочно. Да я будильник это. А, будильник. Ты не спал. Вчера тоже спал. Нифига. Нифига вы поспать любите. Не, первый за месяц нормально поспал. А чё? Почему? По гости приходят. Кто-то дает помощь. Кто работает. Вот только график, короче. Не дают маленькому, может, он поспать хорошо. Сволочи, да? Угу. Садись, что-то ты опять у меня лег. О! Шорты ваши, штаны скользкие, блин. Ага. И я чересчур добрая стала, блядь. Почему? А? Почему? Что вы расслабились, а все сегодня лежат тут. Ну. А мой блюдо еще взлегло. А че, он еще не выспался? Гулять, когда сосыт. И? Ты чё? Чё за разговор? Поругались, что ли? Нет. Каждый день уходим с ним. На машине. Так нет, прихожу. Пешком ходим. А, рассказывай что-нибудь, хоть ты сегодня не такой. Сон. Сон. Это заразу восток. Потом, блядь, будет холодно, ты будешь говорить, холодно стало. Пусть будет жарко. Ну и холодно лучше. Нет.
И когда именно работаешь, холодно лучше, чем жарко. Ага, там мерзнете. Нет, но там жарко. Ну, все равно. Зимой в подстанциях минус 40. Угу. 45 лет. А вся лето потом. Летом будет везде жарко. Нет, пусть это... Как его, уже тепло будет. Ну, пусть не так сильно, но... Тепло. Прохладно, да? Да, так чуть-чуть, как вчера. Давление поднимается. Почему? Чего у тебя давление поднимается? От чего? От цели. Давай кондёр включенный. Не, вообще, у вас там. А, ты имеешь, ну, вообще, в общем? Да. Вчера думал по сути зайти. Угу. Вопрос мог. Плюс 9 подумал, поздно. Я бы тебе не взял, что ли. Он написал бы ты мне. Я бы тебе сказала, куда тебе пойти. Вот. Чего у вас какие новости? Ну, у меня точку какие. Нет, это точно никаких. Почему? Ну, блядь. Замуж не берут. Почему не берут? Никто не зовет? Ну, никто не зовет, блядь, из-за этого не берут. А, ты знакомиться, что ли? Мой, блядь. Со мной знакомиться только... Можно подстричься? А можно на вас записаться? Я говорю, ого, стрижка на мне, такой стрижки еще не было. Я говорю, молодая, красивая. Ой, блядь, сейчас наговорит. Господи, где это уже молодость там? И красота там. Ё-моё, на что все сказать? Ты видишь, ты, Гатый, тот не изменил, ты другую нашел. А-а-а. А я же мечтала о тебе, думаю, сейчас начнет много зарабатывать. Не, ну, не, сейчас лично поеду. А, сразу. Вот, блин. Так. Сейчас же модно помоложе, ты понимаешь, сейчас не модно мужа брать старше себя. А-а-а. Да, вот этот
А вы все видишь, сразу баб находится. Только глаз положу, сразу, блядь, бабу находите себе. Вот как? Вот на кого мне глаз сложить? Вот, вот видишь, вот все. Сейчас следующий придет тоже. Только я на него положила глаз, он сразу бабу нашел. И женился, гад еще. Мы с тобой тоже только начали на одной волне быть. И бат сразу нашел. Ну что такое? Эх, так и останусь я одна. Нету. Нет, нет, я сейчас это. Как сказать, я ничего не хочу. Почему? В смысле, почему? Ничего. Зачем он мне нужен? А это... И все-таки я этот становлюсь звездой. Мне нужен звезд. А что это? Короче, тот раз мы были друзья из старой России. Но? Ну, уезжал на обратно родину. Ага. Недавно, где-то неделю или полтора. Короче, космос сходили, пару кусков пропустили. Ага. Как-то замухали просто. Угу. Вот только один день вспомнили и начали говорить цепи. Собрали. Да, цепи слышишь. Все собрали, короче. Ага. Начали жевать их. И? Кстати, прощения попросили. Все выяснили, все отлично, да? Угу. И? Что мы там? Я пишу домик. Ничего. Нифига. Как можно было, да? Да, я там с тобой говорю. Так кто был не прав, что? Все не правы. Нет ни правых, ни левых, да? Да, все не правы. Ну, может, и верно. Может, ты и прав, что все неправильно. Короче, каждый все равно останется при своем, правильно? Да. Пиво хорошо у вас подъедет. Когда? Пиво, да. Легенда. А, вы легенды пили? Да, хорошая. Она же дешевая. Не знаю, что дешевая. После чего пили. По чем она? 500 рублей. Это что? Хорошо залетает на луна. Ну, там как звезд, да? Нет. Я еще утром встал и пошел за могилу копать. Кому? Друга держи, дядя тоже. Я тебе не завидую в тот момент. Я, говорит, сам себе тогда не завидую, да? Угу. Серьезно?
Ну, не есть хорошо, да? Пить хочется, но воды нету, не там говорится. А что вы воду не взяли? Я все летаю, посаду купил, это сон, да. Посадь полу. Да, они, у них оказывается, самих нет воды. Да. Хорошо, сейчас земля еще не этот. Нет, да, обеда так оплатила. Нет, я не говорю, земля не мерзлая. Угу. Сегодня недолго там будет. Хорошо, отдохну, поехали. Тихо-тихо-тихо. Мы зато там вместе. Тоже хорошо, да? Угу. Да я тоже еще девушка лежала, что я выпить. Хотя она нашла меня. Вроде утки ходили. Ага. Бля, как ты знал, мне мозги начал капотировать, бля. Домой уже. Короче, тебе пить нельзя. Угу. Курить нельзя. Я курить можно. Ты не разрешила? Нет, не разрешила. Но можно. Блядь, что за мужики пошли? Подкаблучники. 99 идей. Давай, садись на ногу. Да. Курить, говорить, нельзя, но можно. Да. И что тебе она запрещает? Все, говорит, да? Только на работу, говорит, ходить, пить не нужно. Да? Как здесь. Разговаривай только с ним, все еще будешь. Ты ей сказал, что ты к мастеру из расценки пошел? Соблазнительница мужских сердец. Надо было сказать, она бы с тобой пришла. А то одному тоже ко мне нельзя ходить. Изнасилуй его, ты что, я люблю молоденьких. А кто хочет, то поедет. Эх ты! Ну что, ты опять съехал? Кто? Съехал! Кто? Ты! Куда съехал? Чуть выше. О! Прям съезжай, сзади неудобно. Штаны скотчи. Штаны нет. Сними штаны, господи, твоей жене-то она не узнает. Это? Да я ей не скажу. Ой, блядь, я же смотрю с нами. Реально твоего сердца. Вот настроение у тебя поднялось, проснулся. Улыбка появилась красивая.
Вот это все, я как-то пришел без улыбки. И вообще надо все время, у тебя очень красиво это улыбка. Когда улыбаешься, прям лицо другое становится. Ну, красивая вот прям это. Это улыбка очень красивая. У тебя прям улыбка, пиздец. У тебя улыбка пиздец красивая. Когда ты улыбаешься, у тебя лицо вообще сидит. У тебя улыбка прям, честно говорю, блин, привет. Зараза, ездили. Ну, у тебя улыбка, да, честно. Такая, как сказать, даже получезарная, что ли, искренне. Красиво это. Да, у тебя улыбка, супер. Замолчала, то есть сейчас, блядь, от улыбки еще ниже пойдет, скажет, вообще все красиво. Пиздец, придется, блядь, со своей расстаться. Вот это, сходили за лето? Нет. Вообще? Вообще. Почему? Вообще? Не хотелось бы искупаться на лето. Я в ванне хорошо купаюсь. Нет, поплавать не умею. Знаешь, если я пойду поплавать, угу. Вы потом будете плавать по парикмахерам, потому что я сразу же утону. Вообще не умею. Я не это. Никогда в жизни туда не пойду. Ну, хотя, ходили бы.
Ярика, похожу по берегу, волкача. Иду домой, по берегу. Возвращаюсь на работу, по берегу, блядь. Что тебе надо еще? Нахуй надо, вы что? Хотите, чтобы меня волнуют на то? Вот все хотят, как от меня избавиться, от особого волкача. Не надо, а так лучше поедем. Почему, блядь, отдыхать? От кого, блядь, от чего? От нас, от меня. Я все умоляю здесь. Ты знаешь, я вот это слово устал, да? У меня в моем лексиконе нет таких слов. Нет, почему? Блядь, я такое слово даже не знаю. Я устаю от безделья. Вот если я села и сижу, легла и лежу, я устаю. А когда я работаю, блядь, я даже не представляю, как можно устать. Я вот так и делаю. А чё ты тут устала? Нет, ты устаешь не от людей. Ты устаешь от долбоёбов. Нет, долбоёбы, блядь, долбоёбы. Вот. Он так и будет видеть его. Блядь, нет, это не люди. Знаешь, блядь, есть категория лиц, которые к людям, блядь, не относятся. О, есть такие. Что, мужик? Я его знать не знаю. Я его не записывала. Блять, вообще никак. Не писал, не звонил. Заходит и говорит мне: ты долбоёбка? Вот ни с того ни с сего, слышишь? Посторонний, я его знать не знаю. А у меня в этот момент была включена камера, а он об этом не знал. Я ему говорю: вы кому говорите? Ты чё, долбоёбка? Я ему говорю: уверен в своих словах? Спрашиваю его. Он говорит: я уверен. Хорошо подумали. Да я подумал, ты долбоёбка. Вот это долбоёбка, понимаешь, люди? А потом его вызывают, оказывается, на следующий день в полицию, в ГУВД. Ну и говорят, что на вас написано заявление. Вас обвиняют в оскорблении, унижении чести и достоинства. 427-я статья УК РК. Вам грозит выплатить штраф 1 000 000 тенге государству и плюс моральный ущерб 3 миллиона. Вот тут-то человек начал думать. Кто из нас долбоёб? Я или он? Вот это долбоёб. То есть сначала скажут? Не, он сначала долбоёб, потом лох. О, а я, оказывается, на коне. И, оказывается, у меня хотят просить прощения. А я стою, глаза выпучила и говорю: а мне оно зачем? Ну вот зачем мне ваше прощение? Мужик говорит: вот ты когда ко мне зашел в парикмахерскую, ты сказал, что я долбоёб. А теперь получается, долбоёб-то не я, а ты. Знаешь, оплати материально. А не хочу прощать. А зачем мне прощать постороннего мужика, которого я знать не знаю? А это было? А вот на днях. А чего он здесь? Чего вообще не пришёл? Зашел, хотел подстричься, типа.
Вы его отказали доверить? Нет. Я ему сказала, пойдемте по моему голову. Камера же снимала. Была включена в тот момент камера. А ему, видите ли, я когда снимаю, я никогда не говорю грубых слов. Будете платить штраф. А там долго не будет, тут один суд и все. Вот на днях. Я искренне приношу извинения, я говорю, мне зачем? Ну они мне зачем? Я вас знать не знаю, я вас не трогала. На видео четко видно. Я не хамила, я не грубила, голос не повышала. Угу. Разговаривала абсолютно спокойно, улыбалась, стояла. Хоть была и в маске, говорю, но улыбалась. Никаких, говорю, вам не сказала там, пошел ты, еще что-то ты. Я говорю, а теперь вы мне говорите, извини. Пойдите домой своей жене, скажите, что она долбоебка, а потом скажите, извини. Если она умная женщина, она с вами больше жить ни на секунду не будет. А если она долбоебка, как вы говорите, она с вами будет жить. А вы, говорю, походу, говорю, агрессивный мужчина. Зачем вы мне нужны? Платите. Пусть вас накажет государство по закону. У меня нет мужа, который бы вам набил морду. И сын еще, к сожалению, маленький. Пусть вас государство по морде вам даст. За моего мужа большего. За моего мужа, которого у меня нет, и за сына, который еще маленький. И все. Сейчас вот на следующий день судьбы. Пусть его материально накажут. Вот у вас тоже на рабочий случай Гонза. Короче, мать старший бригадир. Ага. Вы сказали, что если талон будет, тоже надо купить. Тебе деньги, да? И, короче, сходил, купил, а они когда-нибудь около дежурки стоят. Ага. И рядом с ним дежурный рейс тоже стоял. И, короче, этому старшему Михаилу Павловну отдаю, и он говорит, тоже ее найди. Ну, я в ответ, я чуть ее обязан, что ли, находить. И когда я телефон чехол открывал, туда свои талоны засунул, блядь, пол ты чапал, говорит. Ну, короче, ему в ответ потом сцепились. Нет, когда вы знаете друг друга, это совсем другое, понимаешь? Нет, я с ним вообще не встречусь потом. Не, ну вы же видели друг друга хоть раз, правильно? А я вообще его не знаю, этого мужчину. Первый раз в жизни он зашел ко мне. Чего вдруг ты имеешь право оскорблять? Я тебе говорю, если бы у меня был муж, муж бы его нашел. Я думаю, ему бы не поздоровилось. Если бы сын был постарше, не малолеткой, я думаю, что ему вообще не поздоровилось. Потому что у моего сына такой же характер, как у меня. Он может собрать толпу друзей и отпиздить того мужика. Кто такой, что ты заходишь в чужое, вообще, неважно, чужое, не чужое, вообще, и кому-то что-то несешь. Иди к себе домой, свою мать там дома полоскай, своих дочерей, правильно? Правильно. У меня не было настроения. Опа, да что вы. Ну, заплатите государству и мне, чтобы у вас потом было настроение. Вот и все. Еще первый раз кого-то сказать видеть. О, сейчас не вариант, правильно говоришь. Вот пусть заплатит по закону. Я моральный иск предъявляю 3 миллиона. Пусть заплатит. В следующий раз
неповадно будет рот открывать ни на жену, ни на мать, ни на сестру, вообще ни на кого. Кому-то будет уроком еще, да? Уроком будет хорошим прямо. Этому мужику будет уроком. А то пошел, как будто на чай, я машину, я же сотку сразу вытащила, машину засняла, в которую он сел. Номер, все. Домой пришла, открыла ЭЦП, электронную подпись. Он-то целый день ходил и думал, ничего не будет. А на следующий день ему сразу жикс и прилетело. Он думал, что я в этот же день вызову же, ну как полицию. Угу. Сразу же напишу. Ну раз ничего нет, он наверное, сидел и думал весь вечер. Вот сука. Обсуждал, скорее всего, меня. А тут бац, на следующий день и заява прилетела. Он буху поймал, да, сразу? Да. Я ему уже сразу сказала, мужчина, вы что думаете, я это так просто оставлю? А он мне говорит, да ты долбоёбка, да что вы. Ну ладно, думаю, утром встала, я ЦП открыла. Заяву накатала нахуй на него. Скинула видео туда, да и все, блядь, как было. Он сразу давай перебываться. Что, WhatsApp я его вывезли? WhatsApp выкладывать? Все знают. Да как-то я даже не додумалась, ты знаешь об этом, что это. Сейчас вот суд пройдет и все вместе выложу. И право отказаться, открывать. Потому что могут что-то подбросить. Нет, это телефон достал. И короче, пацанов пожил. Типа полетели. Тайну. Что там в пакете лежит? В этом все лежит. Правильно, что кого-то позвал, чтобы со СМИ стояли, смотрели там какие-то. Ну, а машину самому не надо открывать, да, когда ты один. Могут что-нибудь подбросить. Это правильно, что я сделала. Я с тобой согласна полностью. Либо я понял, ты что-то нарушил тогда, да? Ну ты это все и отпустили потом сразу? Да, отпустили. Это не хорошо получается. Да?
Только чуть-чуть повыше. Вообще сзади не видно. И у тебя сутка. Полшестого. Что не кричит? Ольга. Да? Да? Угу. Нахуй иди. Нет у меня времени, жди тут. У вас на соседнем доме салон открылся, виден? Когда зашили его? А? Когда зашили его? Кого открыть? Салон. Как открыть? Да. Просто покупаешь помещение. Не, интимные услуги там. А, интим, ну, то же самое, но сейчас это, как его тебе сказать, через ментов ложись. Правильно, что кого-то позвался, мы как не стояли, смотрели там типа. Ну, а машину самому не надо открывать, да, когда ты один. Могут что-нибудь подбросить. И правильно все сделано. Тут ты среагировал, что-то прям ты получился какой-то. Хуй тянуть. Да? Угу. Ну, как всегда, правда, но... Прям, сегодня мне прям нравится. Я с тобой согласна полностью. Либо я понял, ты что-то нарушил тогда, да? Ну ты это все и отпустили потом сразу? Да, отпустили. Это не хорошо получается. Да?
только чуть-чуть повыше. Вообще сзади не видно. И у тебя сутка. Пол шестого. Что не кричит? Ольга. Да? Да? Угу. Иди. Нет у меня времени, видишь, я тут. У вас на соседнем доме салон открылся, виден. Когда зашили его? А? Когда зашили его? Кого открыть? Салон. Как открыть? Да. Просто покупаешь помещение. Не, интимные услуги там. А, интим, ну, то же самое, но сейчас это, как его тебе сказать, через ментов ложись. Боди массаж есть и через ментов. Да. Хочешь боди? Ты хочешь сделать нам боди? А, куни! Такого салона в Балхаше еще нет. Так, я тебе сдам свой салон в вечернее время под куни. Ой, господи, если нас кто-то бы слышал, блядь, тот бы охуел. Сказал, вот они, блядь, обсуждают темы. Я иногда девушку не нравится, схожу, типа, по моему. Вот 3-8 открыт. Да, да. Можно Костя к нам на ночевку придет. А я Тамерлан там дома у нас. Родители, родители бабули, а Тамерлан у нас сейчас. Сколько? 14. Тамерлан у нас, родители. Вот этот. Носи на.